Дорогие подписчики и гости канала «Садовод рулит». Сегодня мы с вами в гостях на линии СТ7, павильон 125. Будем делать для вас видеообзор новинок и не только этого павильона, который вам уже понравился по прошлому выпуску. Сейчас вы видите на экране визиточку, также все контакты будут в описании под этим видео. Также мы вас приглашаем подписаться на наши ресурсы. Это Рутюб, Яндекс.Дзен, группа ВКонтакте. Кстати сказать, большой секрет, в группе ВКонтакте будут небольшие ролики прямо со съемок. Именно там вы будете иметь возможность в числе первых видеть некоторые обзоры и некоторые новинки наших видео. Итак, всем приятного просмотра. Девочки, здравствуйте всем, всем добрый день. Уважаемые наши подписчики, «Садовод рулит» всегда с вами. Свитшотики новиночки получили, идеальные. Хлопок, оверсайз. Ткани просто огонь. Пожалуйста. Чистый хлопок, двухниточка. Спереди небольшой принт. Такая гипюровая выделка. Это все прям новенькое. Новенькое. Расцветочки две имеются. Мятный цвет и беленький. Пожалуйста, роскошные модельки. Размер 48, 54, 56. На любую фигурку идеально садится. Она модель новенькая. Не повторяется, ее ни у кого нету. Вот, смотрите. Также такая же аналоговая моделечка, другой слегка принт. И воротничок уже гипюровый, не вшитый, а, как говорится, накладной. Цвет есть такой приглушенно-оранжевый и беленький цвет. Стоимость их, девочки, 3500 рублей. Это новинка, не сбитая модель, не повторяется. Размер 48, 54, 56. Я вам хочу представить, опять же, наши ГТС-ки. Я их в каждом эфире буду показывать, потому что это самый наш популярный товар, который всегда у нас, всегда продается, всегда очень хорошо идет. Такие стильные, прикольные бомберы. Их можно использовать и как пыльник, и просто на голое тело одеваете. Приятно очень, двухниточка. Производство все Корея. Стоимость их 3000 рублей. Наша великолепная клетка. Мы ее в эфире, это новиночка, мы ее в эфире не представляли. Великолепная клетка. Девчонки, как жакетом можно использовать, также на голое тело можно одевать. Тоже шикарно, двухнитка. Производство Корея. Они идут размерные. Размер 48 по 60. Можно рукавчик 3/4 подворачивать, можно полную ручку. Великолепная клетка с капюшоном. Великолепная клеточка с капюшоном и наши популярные худики. Вот наш утенок. Белый цвет и желтый цвет имеется. Чисто хлопок, ни грамма синтетики, двухнитка, девчонки. Наш популярный кот Гарфилд. На любой размер, вообще до 60-го садится худи. Тоже шикарная, великолепная двухнитка. Вот можно качество поближе показать. Хлопок. Девочки, наш популярный том. Тоже размер садится до 60-го. Тоже шикарная двухниточка. Качество можете посмотреть поближе. Шикарная двухнитка, Корея производства. Стоимость этих худиков у нас 3500 рублей. Пожалуйста. Третья расцветка имеется, но она продана. Еще синий цвет. Под джинсы актуально очень. Девочки, футболки новинки. Стоимость 2000 рублей. Белый мишка Тедди. Черный мишка Тедди. Голубой, и еще имеется желтенький цвет. Размер идет как на 46, так и до 52, не более. Стоимость этих футболок, чистый хлопок тоже. Тоже производитель Корея. Качество ХБшечка. Стоимость 2000 рублей. Заказывайте, не стесняйтесь. Сзади идут просто обычные.
Спереди такой великолепный мишка Тедди. Футболочка комбинирована с джинсой, девчонки. Великолепная модель, муль 5. Удлинена также под лосинки можно, под любые джоггеры, под любые джинсы. Сочетать великолепная модель вообще. Тоненькая джинса, видите, она выделана, прям отдельно вшитая. И с великолепной такой хб-шкой тканью. ХБ. Белый цвет, кислотный цвет и оранжевый. Модель актуальна, а вот она. Получили новые палаццо. Обратите внимание, великолепные штаны. Рост доработали в этом сезоне. Они получаются как юбка-брючки. Но если что, у нас маленькие девочки, они могут всегда укоротить. Вот, видите, девчонки, сочетание с палаццо вообще прям идеал. Такая великолепная футболка, ее можно подо все сочетать, даже с лосинками, если низкий рост. Держи, Самира. Ах, Самира, Самира. Новые футболки, девчонки, ну, честно говоря, новые, но она уже в единице осталась. Великолепный тоже хлопок. Рукавчик такой минимальный. Размер до 54-56. Спереди легкий принт. Здесь даже кассета советских времен. Какие еще футболки? Самир, где у нас еще новые футболки? Наш популярный ослик, давай. Наш популярный ослик, девчонки. Подлокотник идет, длина рукава. Белый цвет. Зеленый цвет. Горчица и базовый цвет черный. Пожалуйста, футболка вообще и мир, и в пирс. Спортшик. Под любые джоггеры, под любые брючки, также под лен брючки, может, также под любые джинсики. Стоимость 2500 рублей. Да. А? Также имеется Микки Маус в 4 цветах. Кислотный цвет, белый цвет, черный цвет. С капюшончиком. Стильная футболочка. В 4 расцветочках. Стоимость 2500 рублей. Девочки, наш популярный Микки Маус. 2 расцветка. Горчица, красный. Рукавчик идет, подлокотник. С капюшончиком. 2 ниточка. Стоимость... 2500 рублей. Размер до 56-58. Наши популярные рубашки я вам уже показывала в том эфире. Они всегда у нас хорошо продаются. Чистый хлопок, ни грамма синтетики. Корея. Стоимость 3000 рублей. Девочки, наш популярный бомбер, который новинка этого сезона, не повторяется. Стоимость его сейчас, на данный момент, в связи с долларом, вы знаете, что творится в стране. Хоть и курс упал, но люди оплатили, как говорится, по новому курсу. Стоимость его сейчас 5500. Но если подписчикам Садовод рулит, мы можем 5000 сделать, 500 рублей скидочку. И к нему такие актуальные, шикарные штанишки. Такой великолепный лук получается у нас, видите? Стоимость штанишек 3500 рублей. Хотя они сейчас стали с нынешним курсом 4500. Но мы 3500 старый ценник оставили. Наш великолепно популярный такой вот вид футболочки. И можно сочетать, как говорится, его как и худи назовем, и как футболка. Вот такой великолепно можем собрать лук. Великолепный прикольный джинс с нашивками, девчонки. Стоимость джинс 3500 рублей. Стоимость такого великолепного худи футболки будет 2500 рублей. Обращайтесь, пишите в личное сообщение. Мой контактный номер 962-926-3143. Зовут меня Елена. 24/7 всегда отвечу. Задавайте вопросы, не стесняйтесь. Также можете джинсы отдельно приобрести 3500 рублей. Также можно приобрести футболочку эту 2500 рублей.
И еще хотела повториться, да, наша популярная Наруто, которую мы из года, вот третий сезон мы и работаем, вообще великолепная модель, можно также с этой футболкой сочетать, великолепный лук. Стоимость нашей Наруто 3500 рублей. Стоимость футболки я не озвучила, стоимость футболки 2500 рублей. Так, поедем дальше. У нас мы получили популярный и шикарный свитшот, это вот... Смотрите, какая цветовая гамма. Весна-весна. Тоже шикарная двухниточка. Размер здесь идет максимально 50-52. 44-46 может сесть. Цвет голубой и розовый. Красота красотой. Чисто весна. Это новинка. Не повторяется. Не сбитая, девочки. И такая только в такой расцветочке. Три расцветки было. Тоже можем одеть 46-48, 50-52 максимально. На больше не пойдет. Наша Италия великолепная, кеды. Девчонки, модель оверсайз, садится на любую фигурку хорошо, 48-56. Удлиненная, неукороченная модельчика. Паховую зону закрывает. Рукав подлокотничек также идет, чуть ниже локтя. Модель всегда актуальна и под джинсы, и под брюки. Под любой наряд мы можем использовать ее. Наши коты Базилия. Они у нас всегда в тренде. Тоже двухнитка, девчонки. Чистый хлопок, ни грамма синтетики. Фирма OGB. Самая, как говорится, крутая фабрика по Корее. Размер до 56 можем одевать. Стоимость черного 4500. Стоимость белого 3500. Так, ну что еще мы покажем? Кляксу, нашу любимую Италию. Девочки, клякса модель идет. Она универсалка, капюшон под молнию. Удлиненная моделька. Такой цвет трендовый. Рукавчик полный. Стоимость ее 3500 рублей. Чистый хлопок, ни грамма синтетики. Качество просто огонь. Пожалуйста, шикарная двухниточка. Тело дышит, не потеет, не стареет. Также можем сочетать, девчонки, с любыми джоггерами. Вот, возьмем джоггеры. Стоимость джоггеров 3500 рублей. И великолепный лук. И кота также можем сочетать под великолепные наши популярные брючки и великолепный лук. Мы просто на вас оденем, как говорится, вы не знаете, что одевать, а мы вам можем так подобрать, что вы действительно от души с любовью будете носить. И костюм я обещала, буду каждый на себя одевать, но в эту съемку мы не сделаем каждый, я немножко приболела. Вот костюмчики, смотрите, я 54-56. Вот, пожалуйста, свободно. Посадка полная, они низкие. Хорошо садится. Здесь еще даже на 56 свободно, 58 сядет. Моделька садится свободно, аккуратно. Пожалуйста, весна. Кислотный, зеленый, желтый, белый цвет. Медвежонок. И черный на мне. Я вам хочу представить курточки. Новиночки. Пожалуйста, Елена Николаевна 56 размера. Плюс-минус берите. Пожалуйста, куртки стильные, классные, с манжетом. И также можем собрать лук. Великолепную пчелку Майю. Пожалуйста. Великолепные джинсы. В прошлый раз мы заплатками делали, сейчас мы пчелку получили. Стоимость джинсов у нас 3500 рублей. Стоимость такой великолепной куртки 6500 рублей. Девочки, пожалуйста. Стильные классные джинсы. Можешь сочетать вот с такой стильной курточкой. Размер до 58. Ориентируйтесь, у меня 56. Спинка. С капюшончиком. И джинсы великолепно, мягко тянутся. Девочки, вы будете себя в них ощущать, как в трико, но это джинса. Идут без ширинки, без молний. Чисто на резиночке. Штаны идут 38-40. Ой, с 30 по 40 размер. На русский переводим с 48 по 60. Вот такая прекрасная куртка. Джинса комбинирована с трикотажем. Пожалуйста, девчуля.
обращайтесь, пишите. Оптовые цены в личном сообщении. Кого интересуют оптовые. Девочки, к вашему вниманию, наша самая популярная куртка, которая у нас всегда продается. Может до 64-66 одеть спокойно. Также под джинсы, под любые брюки, под все что угодно. Это к любому наряду подходит куртка. И также мы ее можем с любыми джинсами сочетать. Не проблема. Пожалуйста, под любые джинсы можем сочетать такую куртку. Получится великолепный лук. Стоимость джинс 3500, стоимость куртки 5500. Обращайтесь, пишите, звоните. Садовод рулит, по-любому 500 рублей скидочку всегда сделаем нашим подписчикам. Девочки, наши популярные бананы, штаны. Пожалуйста, двухниточка, шикарный хлопок, ни грамма синтетики. Размеры 48, 56, 58. Можем подобрать шикарный лук. С любой пудровой кофточкой они великолепно будут смотреться. Стоимость штанишек 3000 рублей. Наши популярные штаны фукси-джоггеры. Пожалуйста, девочки, стоимость их 3500 рублей. Размер 46, 48, 52, 54. Мягкая-мягкая резинка, оверсайз размер. Пожалуйста. На любую фигуру эти джоггеры садятся великолепно. Стоимость этих джоггеров 3500 рублей. Наши популярные карманы вельветовые. Чистый хлопок, ни грамма синтетики. Двухнитка, штанишки, бананы. Размеры от 48 до 56-58. И такие же дрем. Наши популярные штаны вообще. То же самое. Бананчики, двухниточка, чистый хлопок. Стоимость их 3500 рублей. Шикарные штаны получили девчонки. Наши фиолетки. Великолепные бананы, стоимость их 3000 рублей. Это уже, на более-более легкую, теплую погоду. Так, вроде бы все показали, по-моему. Девчонки, различные штаны есть, трикотажные. Стоимость их 2500 рублей. Двухнитка шикарная, Корея. Они в ассортименте у нас. Будете писать сообщения, я вам индивидуальные рассылки могу делать. Будете выбирать, какие понравятся. Спортивки разные вообще есть, разного типа. Есть с манжетом, есть без манжета, есть с джоггерами, есть просто спортивные стильные штанишки. Вот различного типа. Здесь тут с оранжевым, но здесь джинса чисто хлопок. Их можно также комбинировать с любой, как говорится, оранжевая футболочка, они будут идеальны для лета. Такие вот оранжевые также гармонировать будут вот с любой горчичной, вообще будет великолепно. И летом зажигать чистый хлопок и грамма синтетики. Девочки, наша популярная культа джинсы, которые сочетаются очень хорошо вот с такой великолепной курточкой. Комбинированный кашемир, рукавчик идет джинса, карман джинса, капюшон джинса, размер 48-56. Штаны идут размерные, от 42 до 56. Штаны вообще супер сидят бананы. Также можно не только с курточкой сочетать, можно и с жакетиком. Жакет тоже великолепно садится до 56 размера. Стоимость костюма всего будет 7000 рублей. Девочки, наши бандажные великолепные штанишки. Фирма Ариэла Корея, чисто корейские штаны тоже. Шикарно сидят. Можно с любой полосочкой, с любым, как говорится, худи сочетать. Стоимость штанишек 4000 рублей. Стоимость свитшота нашего худи 3500 рублей. Под любой наряд будет черно-белое, оно всегда актуально. Вот такие великолепные у нас мини-кардиганчики. Смотрите, с любыми трикотажными штанами тоже можно сочетать. Пожалуйста, сзади великолепный принт. Макдак. И штаны классные. Также можете отдельно штаны под любую футболку. Также можно, он как мини-кардиган, можно его использовать как пыльник. Стоимость 3000 рублей, стоимость штанов 3500 рублей.
Девочки, получили великолепные кардиганы. Чистый хлопок, ни грамма синтетики, катон. Внутри идет на подкладе. Чистая весна. Чистый хлопок, ни грамма синтетики. Пуговички впереди. Пожалуйста, кармашки. У меня 56 размер. Ориентируйтесь. Его можно также на 44. Очень стильно будет смотреться, стиль боха. Также на 56-58 он идеально сядет. Цвет графит, серая джинса. И цвет есть чисто джинсовый. Такой, знаете, грязноватый цвет. То сейчас самая модная джинса, вот это зеленотой. Две расцветки, пожалуйста, с капюшоном. Капюшон не снимается. Пожалуйста, по бокам разрезы. Очень стильная, эффектная вещь на весну. Если вы хотите пополнить гардероб модными вещами. Под любые джинсы вы можете его одеть. Стоимость его 7500 рублей. Девчульки, я вам презентовала товар свой. Фирма, как говорится, вся Корея практически. Приходите, обращайтесь. Контакт мой 8-962-926-3143. Зовут меня Елена. Обращайтесь в WhatsApp, в Телеграме. Я всегда вам 24 часа на 7 отвечу. Какие-то по вопросам опта, лично в личку будете мне писать, не в общую группу, я всегда тоже вам отвечу. Это раз. И плюс ко всему я вам скажу, цены, что я вам объяснила здесь по рознице, это к опту не относится. По опту в индивидуальной. Я вам рассылочку могу сделать, отправить индивидуальную рассылку, джинс, брюк, все, что пожелаете, курточки, там, пыльники, все, что пожелаете. И я вас всегда рада видеть. ИСТ-7-125, Елена Николаевна, всегда к вашим услугам. Я всегда вас рада видеть. Спасибо.